28 августа в Московской области началась прививочная кампания против гриппа. В этом году представители регионального объединения развития в Подмосковье реализуют программу пропаганды этой нужной процедуры. На примере общественных деятелей, спортсменов, представителей культуры и муниципальных депутатов призывают граждан прийти в поликлиники и сделать прививку. Если человек заболеет и гриппом, и коронавирусной инфекцией, это может быть очень серьезное осложнение, очень серьезные последствия для здоровья. Поэтому мы решили сделать эту акцию, распространить на всю Московскую область и в первую очередь хотя бы на данном этапе обезопасить от гриппа людей. Акция «Будьте здоровы» продлится с 7 по 19 сентября, но сделать прививку можно уже сейчас и вплоть до начала зимы. Врачи рекомендуют прививаться заранее, ведь вакцине нужно время, чтобы адаптироваться в организме. Она начинает действовать в течение 2-3 недель. У каждого человека своя непереносимость, и вот вакцинация – это тоже, в принципе, для организма вакцина – чужеродный белок, поэтому возможны какие-то легкие реакции организма. Спокойно относиться к этому, и никаких особенных прием препаратов особенно не требуется. Но если она будет уже какое-то длительное время, тогда обращаться уже непосредственно к участковому терапевту. С начала прививочной кампании порядка 700 жителей Ленинского городского округа сделали прививку от гриппа. Процедура быстрая, безболезненная, доступна для каждого гражданина, бесплатно. Совершенно не больно. Я даже думала, она еще не уколола. Очень хорошо. Она вообще хорошо колет уже давно. Вот поэтому я считаю, что это хорошее дело и нужно сделать. Кампании вакцинации против гриппа вслед за главой Ленинского городского округа присоединились представители депутатского корпуса муниципалитета. На своем примере они показали, насколько важно в нынешней эпидемиологической обстановке пройти процедуру. Понятно, что так или иначе каждый год у нас есть сезонная заболеваемость гриппом. Определенная статистика, она на самом деле достаточно высокая. Поэтому профилактика в виде прививки, я думаю, ну как минимум ее снизит и как минимум защитит тех людей, кто больше всего подвержен этим заболеваниям. Делать прививку от гриппа можно всем, кто полностью здоров. Не допускается даже легкая простуда. Особенно рекомендовано людям, которые находятся в группе риска. Это дети 6 месяцев, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет. Противопоказание одно – непереносимость куриного белка, который входит в состав вакцины. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.